Ежегодная экологическая акция «Наш лес, посади свое дерево» проходит на территории всей Московской области. В нашем муниципалитете на этот раз на 120 площадках будет высажено около 5500 саженцев. Центральной площадкой акции стала улица Фокина в городе Видное. Субботним утром здесь все было готово к посадке новых деревьев и кустарников. Лопаты, перчатки, лейки с водой и, конечно, сами растения. Саженцы выбирали, конечно, по желанию жителей, но при этом мы предусматривали климатические условия, да, дальше какой уход будет дальнейший, поэтому некоторые саженцы, ну, видовой состав мы меняли на другой. Для жителей организовали настоящий праздник с выступлением артистов и развлекательной программой для детей. Очень замечательная акция «Посадить дерево». Ну, как посадить дерево, построить дом, ради ребенка. Квартиру купили, дом, можно сказать, построили. Дерево посадим, ребенок есть. Замечательное мероприятие, нам все очень нравится. Ребенку особенно, счастлив, доволен, получил шарики, поиграл вместе с мамой, с папой, потанцевал. И мы хотим очень сильно принять участие в посадке дерева. Глава муниципалитета Валерий Венцель со сцены дал старт мероприятию и сам принял участие в озеленении города. Вместе с жителями Валерий Николаевич посадил несколько берез. Мы восстанавливаем, мы воссоздаем новые пространства, сажаем на них деревья, кустарники. Но и вторая задача, мы все-таки хотим, чтобы жители объединялись вот на таких замечательных акциях. Они достаточно хороший отклик дают, и я абсолютно уверен, что вот и сегодняшний праздник, он подарит много положительных эмоций, принесет радости. Свое дерево в городе Видное теперь есть и у заместителя министра экономики и финансов Подмосковья Елены Мыльцевой. Я постоянно участвую в таких акциях. Я думаю, что нам нужно продолжать эти традиции и помогать природе воссоздавать нашу экологию. И вот это как символ нашей истории, как символ 90-летия и сегодняшней акции вот такое вот дерево. Я думаю, что жителям понравится. Общественные организации принимают активное участие в ежегодной экологической акции. Не стал исключением и год нынешний. Очень символичное мероприятие, которое объединяет все поколения, которое в нашей Московской области стало традиционным. И Ленинский район, как всегда, один из лидеров по организации, проведению этого мероприятия. Мы все сегодня решили сюда прийти, поддержать эту акцию, и чтобы новые микрорайоны были такие же красивые и зеленые, как наш любимый город Видное. Активно себя проявили и ученики близлежащих школ. Подрастающему поколению тоже не безразлично будущее малой родины. Я решил принять участие в этой акции, так как хотелось помочь своему городу в высадке новых деревьев, и это пойдет на пользу всем. Деревья дают нам кислород, чтобы было больше на земле воздуха. Особое внимание в этом году было уделено озеленению новых территорий. Глава муниципалитета Валерий Венцель посетил сразу несколько площадок проведения акции. Одной из них стал жилой комплекс «Государев дом». Здесь была высажена рябиновая аллея, которая протянулась вдоль Солнечного бульвара. У меня скоро будет день рождения, и мое дерево рябина, и у нас в этом комплексе сегодня сажают большую часть деревьев – это рябина. Поэтому я никак не могла пройти мимо такого замечательного мероприятия. Все это проявление любви к нашему Ленинскому городскому округу. И в этом году в честь 90-летия высаживаются прекрасные аллеи, судьбу которых мы будем отслеживать в дальнейшем. И, конечно, мы будем следить за теми деревьями, посадками, высадками, которые мы произвели сегодня. Всего в Ленинском городском округе в акции приняли участие более 20 тысяч человек. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Видное ТВ.